А что, кто паузу нажимал? Чувак, ему пиццу привезли. No problem. You have a 30 second next geek ban and die this. Подождите. Да, вообще бесстрашная, да? Даже смерти не боится. Как после такого играть вообще? Он псих, блин. Полный неадекват вообще. Так, эльфики у нас в самом безопасном месте, получается, да? Жаль. Лучше бы но я. Тут периметральную оборону не надо делать, как против компов. Лучше базу защищать, чем периметр. Можешь просто проскочить. Нормальный. Короче, ты контришь воздух. Я тогда сделаю, понял, Т2. Базу быструю, понял, Т2. И ведьмаков с этими, с хилами, там, со всей фигней, понял. Нет, скин не в танков, скин тоже в друле. Будут дабл друлю. Все в друле, короче. Все в друле, все друиды. Я сам еще не слышу, что он там рассказывает. Рассказываешь, если он наконец убить кузницу, то не можешь делать апгрейды. А. Херово. Принеси пиццы, жлоб. Ебаные самолеты. Да вы издеваетесь. А чё ты остановил игру? Да ну он же ж не пришел, наверное, он просто задолбался ждать. Короче, все здесь, все. Блять, это брат, как неадекватный русский пишет, я не знаю. С удовольствием. Хорошо. Сделаю. Куда соберись? Чего хочешь? Угу. Здесь нельзя строить. Готов к алову. Да. Не знаю. Че надо? Ориона, наверное, хотя бы. Да. Охереть, блин. А, думаю, че нет у одного рабочего, какого хера я ж его построил, блин. А у меня точка сбора в другом месте была. Готов к алову. Блин, вот если мы проиграем, мы теперь знаем, из-за чего мы проиграем. Дело сделано. Пошел. Везуха, блин. Дело сделано. Дело сделано. Чего хочешь? Да-да. Так, мне, наверное, надо больше рабочих, чем мечников. Мечников вообще. Может быть, даже один. Чтоб с лесом не было проблем просто. У меня строится. Когда ты уже успел мечника нанять, ты ордун. Жизнь принадлежит орде. Я наточил топор. Что прикажете?
Вначале лучше МП. За племя! Мы сейчас бы прокачались бы нормально. Будет исполнено. Куда мы идем? Типа уже готовы базу ставить? Ну пошли базу ставить. Дело сделано. Моя жизнь принадлежит Орде. Сделаю. Я готов. Отличный план. Рассосались хумы. Я сейчас разберусь. Будет исполнено. Они не пройдут. Отличный план. За наших предков. Чем я могу быть полезен? Жду приказаний. Я готов. Чем могу быть полезен? Я готов. Будет исполнено. Нужна древесина. Дело сделано. Чё надо, хозяин? Блять, ну орчики, ну что ж нужна древесина? Хорошо. Чем могу быть полезен? За племя. Слушаюсь, боже. Кто там у нас лучник? Нас атакуют. Будет исполнено. Я готов. А нет, выживай любой ценой. Живи, орк. Да я, пожалуйста. Спасибо. Мне Blizzard важнее, чем ваша вот эта вся тушка. А давай второй. Ну все, моего героя убили. Что приказали? Че, где ты? Чем могу быть полезен? А, ты аурами этими разведуешь? Ну да, неприятненько, когда твоего героя убивают, конечно. Жезл молнии я возьму, вы все равно не сконтролите. Что, не, медицинский трактат я брать не буду, лучше пускай. Слушаюсь, вождь. За наших предков. Вот я сюда и иду. Да. Дело сделано. Так, золото у меня пошло до класса. Сейчас от Т-шку сделаю. Так, у нас однозначно будет нападать, поэтому, конечно, надо немножко... Эксерманы тоже мне не нужны. Блять, уже что ли взять анимающую книгу, да? Жду приказаний. Не возьмешь. Чем могу быть полезен? Так, у меня с мамкой все плохо. Давай лучше заберем, она проще. Исследование завершено. Наверное, еще пару рабочих, потому что что-то херово вообще. Что прикажете? Я сейчас буду присылать уже ресурсы. Чем мы там, кстати, рассмотрели? Мы там рассмотрели эльфов. Нас атакуют. Вижу, нежить умов. Уходит. Нежить играет через пауков и выходит дальше. То есть стандартно играет. Эльфы, возможно, выходят в химер. Кэрон, забираем или это энергию? А хумы я не вижу, короче. Надо базы их не, короче, щемите, проверяем. А где амулет энергии? Чё-то я не вижу. А, мне передали, да? И крепим, да? Дело сделано. Дело сделано. Вот так вот, видели? Что? А не, все не надо, я сам. Слушаюсь, вождь. Там еще жезл иллюзий, да? А вы качайтесь, и вы ихние базы. У Хума тоже, наверное, база, раз он пришел. Так, я вижу врагов здесь. Я готов. Пойдем фарманем их. Давайте, я там тоже. Главное вот базы их не стараться, да. Отличный план. Законтрить героя ему. Давай его окружим, Кент. Ну блять. Я иду к вам. Получается ваш? Да, героя фарм убили. Угу. Я подбегаю, к вам, возможно, их убили. Будет исполнено. Сейчас я им накидаю тут говна. Давай второго героя убьем. Ну, вернее.
А что не... Блять, хильнулся. Короче, как там и херово. А, вот героишь, блин. Ай, блять, я кружу. Они не пройдут. Ладно. Отличный план. За наших предков. Слушаюсь, вождь. Слушай, ну под хилкой он там хорошо стал, конечно. Черт, и левел апнул. За наших предков. Они не пройдут. За племя. Бля, что у меня все плохо с деревом, все равно. Они не пройдут. Давай, Артаса. Чем могу быть полезен? Артаса, ну. Да твою ж мать. Че, уже нету смысла. Может, портуется сзади вот тут. Дайте контроль мне. Все. Контроль свой дайте, расшарьте. Чтобы если что, если будет возможность, поправлял. Охеревший бабкин нук, я смотрю. Постройка завершена. Что надо, хозяин? Блять! Сука, не подблочил. Здесь друзья строили. Я готов. Так, армию, да, надо. Армия. Понятно, получишь. Жду приказаний. Отличный план. Убирайте там этих. Ты уходишь или что? Да. Лучницу убирайте. Дайте мои хиры, за наших предков. Они не пройдут. Что уходи. А, ты воюешь? Да, я сейчас одного убью и иду. Будет исполнено. Уходим, уходим, уходим. Ух ты ж, блядь, там ново. Что приказали? Я пошел переучиваться, Архимаг. Моя жизнь принадлежит. Исследование завершено. Хозяин? Вот сука, убили моего. Чем могу быть полезен? Бугая. Чего прикажешь? А шахты у них есть? Кто-то там просек? Не видел я. Дело сделано. Да. Сделаю. Блять, Хермес. Исследование завершено. Жду приказаний. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Че надо, хозяин? С удовольствием. Исследование завершено. Моя жизнь. Лидер у меня есть. Астер расстроится, можно чем поклить, могу быть полезен. Еще собрали. Я так и не понял, что там эльф делает. Там явно Т3, там либо медведи, либо химеры. Надо это учитывать. Понятно, видишь, у него грифон. Это. У нас грифон. Нежить. Давай там. Гипогрифов стройте кто-то. Мы отгребем, хули ты с тыла там. Кем? Лучница ты стоит. Будет исполнено. Принадлежит орде. Валим, ждем мортир. Нас атакуют. Я готов. Дело сделано. Что приказали? Знахаря вызывали. Кто-то на стенку сделает, куда-нибудь нападать на базу, на мою вторую, наверное. Надо контрить чем-то этих ебаных грифонов, надо гипогрифы. Принадлежит орде. Сделай. Что прикажете? Ко мне идут. Угу. Будет исполнено. Ха-ха, отлично. Слушаюсь, вождь. И на меня идут. На меня грифоны пошли. Не. А, да? Ну, Антон, иди к нему тогда, а я с этими разберусь. Чем могу служить? Ахи, просто. Моя жизнь принадлежит за наших предков. Ради чести. Они не пройдут.
Чё там с химерами? Ой, с этими. Я все, да? Что прикажете? Сосали, суки. Чего желаете? Так, что ты там разбирайся, больше контры воздуха, максимум контры воздуха. Помогаете? Что приказали? Да. Слушаюсь, вождь. Отлично, чем могу служить? Так, какие-то есть. У меня все получается. Мортиры делаются. Наверное, ведьмочки хорошо заходят под Близзардом. Вообще прям шикарно. Правильно. Я готов. Так, наша задача база. Разделяемся, ищем базы. Я пошел с тотемчики ставить глаза. Вот, видишь, сразу базу. Что приказали? Сразу тупо базу раш. Тупо базу раш. Не бейте башню. Осторожно там с вашими. Чем могу быть полезен? Вот, химеры пришли. Ловите? Я... А, их нечем и ловить, нет. Да? Да не, у нас есть гипарит. Они не пройдут. Все, уходим отсюда, не трогаем, не под башнями не сражаем. Незачем, что делать. Теперь вот тут можно сражаться. Только химер сразу. Чем могу служить? Вам нужна моя помощь. Я готов. За племя! Правильно! Исследование завершено! Чем могу служить? Что приказали? Так, пойти мухилку сломать. Она чересчур охеревшая. Они не пройдут! Вам нужна моя помощь? Бугаев, конечно, всех просрал, но... Хер на них. Так, ладно, башню я сейчас подпушу. Я готов. Рифоном что-то сделайте, у нас опять антивоздухом проблемы. Будет исполнено. Да вроде бы тут куча, твой брат по нас оттыкивал этих. Там сзади пауки, зараза, хитрые. Жизнь принадлежит Орде. Взываю к силам ветра, земли и огня. Постройка завершена. Чего желаете? Кто мне там готов? А что, они выходят, да? Один вышел, второй вышел. Да. Победа. Ха-ха-ха-ха, обломание. Так, брат втащил. Скин. Ну что-то сделай там, я не знаю, своими килами, но это просто несерьезно. Так слышишь, я же в саппортов шел, блин. Ты издеваешься? Я тоже. У меня мортирки, конечно, были. Выходи, вообще-то я там тотемил как бог, блин. Толпу.